Шеф, давай наспор. Сдуваем твое колесо, я этим шлангом за 5 минут ртом надуваю. Ты что гонишь-то тут, а? На рубль спорим. 3-4, погнал. Оп! Время! Не идет. Что получилось? Мы вообще спалимся. Там человек 20. Вас бы просто затоптали. Да. Знакомьтесь, Матвей. Нормальный парень, спортом занимается, бегает, не догнать, не убежать. А счет какой? 4-2, не в наш. Забей еще 3 гола и поехал. Ну и как называется этот финт? Эластику. Красивое название. Да. Надо запомнить. Да. Матвей, а кем ты себя видишь? Ну, в смысле, лет через 5. Бандяк надо перекинуть через забор. Что такое бандяк? Берешь, перекидываешь и отваливаешь очень быстро, как на Олимпийских играх. Все, что ты можешь, да, это твой потолок. От винтов бегать. Я не понял, ты что, профессионально не занимался? Я говорю тебе о стремлении к чему-то, о мечте, которой у тебя нет. Ты знаешь, что Бог тебе дал талант, талант. Смотри, гордись, мой мужчина. Я не понимаю, правда, почему ты не хочешь сменить нашу жизнь? Какие деньги рождаются? Один раз в 100 лет, один раз в 100 лет. Я сути говорю. Ты мне все время говоришь про деньги. Это и есть путь к успеху, понимаешь? А он не бывает простым. Я не боюсь проиграть. Так докажи это. Смотри, ты если о себе не думаешь, хотя бы о нас подумай. О Дашке. Да мне надо, а мне это надо, так понял? Ой, да стой! Таким ты видишь себя, Матвей? Таким угодно. Главное, что рядом с тобой. Все блатные нахрен некого отправить.